Приобрели наркотики без препонов. Общественники показали видеоролик, который демонстрирует, как легко в Энгельсе через интернет можно купить дозу спайса за 1000 рублей. На заседании Совета общественной палаты вновь обсудили проблемы распространения наркотиков в регионе. В этом году в Саратовской области наркополицейские изъяли в 13 раз больше так называемых легких наркотиков – спайсов. За 10 месяцев на территории региона обнаружено 8,5 килограммов синтетического наркотика. Полицейские пояснили, что растительные сырье для спайсов производится в России, а вещество, которым его обрабатывают, поставляют из Китая, Белоруссии и Прибалтики. В октябре в Саратове арестовали группу распространителей спайсов. Наркодельцы приехали из Башкирии и сняли квартиру в Ленинском районе. Они занимались у нас, только ходили по адресам, там гаражи, почтовые ящики, там цветы растут и так далее. Вот они место записывали, отправляли в Оренбург, Оренбург на Башкирию. И, соответственно, деньги посылаются на киви-кошелек. Деньги поступают, им говорят, где в Саратове взять. Там уже оператор сидит, есть потребление. Потребитель с Саратова вышел на сайт, деньги прислал, ему сказали, где лежит. Поэтому в подъездах у нас выломанные двери, выломанные ящики, они бегают сумасшедшие, ищут там свои закладки, куда они заплатили деньги. Саратовские общественники собираются обратиться в Государственную Думу с предложением ввести уголовную ответственность для модераторов сайтов, на которых предлагают купить спайсы. Кроме того, прозвучала оригинальная идея – возглавить сеть распространения наркотика, а под их видом продавать безвредные порошки. Кто и как будет осуществлять эту хитроумную задумку, не обсуждалось.